Тысячи килограммов мороженого, стаканчиков, кофе и порций сахарной ваты. Организаторы проекта «В центре мира» подводят итоги второго сезона. Он получился значительно длиннее первого, шел всего 3 летних месяца. В теплую погоду собирал до 20 тысяч человек за день. А всего в этом году проект посетило 231 тысяча гостей, в том числе и туристы из других городов. Впервые на пешеходном «Мира» отметили всероссийские праздники. День молодежи и Олимпийский день. И каждый раз для гостей работали до 15 событийных площадок, в которых, кстати, принимал участие и 7-й канал. На площадке проекта «В центре мира» прошло более 300 мастер-классов различной направленности. Мне кажется, вот любой желающий мог освоить какую-то технологию, на которую давно не доходили руки. Вот идешь, прогуливаешься, смотришь. Ну, прикольно же, классно, круто, и почему бы не попробовать? И вот в центре мира это то место, как раз место проб, где можно было открыть даже в себе какие-то новые способности и увлечения. Нам в соцсетей доводили информацию, какие были нарекания, какие были недовольства. Вот, все эти вопросы решались, и уже следующие выходные по перекрытию, они шли с учетом данных замечаний. Поэтому, в принципе, я считаю, что все было достойно.